В рамках «Ночи науки» на кафедре передачи электроэнергии были продемонстрированы опыты по передаче энергии на расстояние. Собственно, это было воплощение в опытах законов физики в жизнь. Они показывают, как молния ведет себя в облаках, как разрушает постройки, как можно избежать вот удара молнии. И трансформатор Теслы, который показывает, вот как можно пользоваться лампочкой на расстоянии беспроводной передачи. Удивительные превращения одних веществ в другие посетители «Ночи науки» смогли увидеть на кафедрах химических факультетов НТУ ХПИ. Правда, школьники пока не поняли, как это происходит. Огонь зеленый понравился. То, что мы в школе, к сожалению, не проходим, то, что не показывают. А так, в принципе, все опыты понравились. Следует также отметить, что в ВУЗ был доставлен из КБ Морозова броневик. Собственно, конструировать такие военные машины учат на машиностроительных кафедрах НТУ ХПИ. В целом же многие из школьников, пришедших на «Ночь науки», всерьез задумались над тем, чтобы по окончании своих учебных заведений поступить именно в этот ВУЗ. Виталий Лапскир, агентство телевидения «Новости».